Осматривать окрестности лучше с высоты. Посмотрите, во что старик превратил город. Преступление на каждом шагу. Запрещенный детский труд. Бандиты из висельников захватили улицы. И за всем этим стоят тамплиеры. Впрочем, как и везде. Мы должны вернуть город тем людям, которые его построили. Мы отобьем Лондон у старика. Я обещаю. Грачи помогут. Мисс Фрай, ваш пыл вдохновляет. Идем. Вернемся ко мне в лавку, я введу вас в курс дела. Меня ищет Кейлок. Кто это? Главарь одной из банд старика. Что ему надо? Результаты моих тайных исследований одного из артефактов предтеч. Частица Эдема. Расскажи мне про этих висельников. Старик собрал армию запятых негодяев со всего города. Некоторые банды пытались сопротивляться, но их просто перебили. Остались ловкачи из Уайтчепела, но до висельников им далеко. Так поможем этим ловкачам, да? Это как раз то, что нам надо. Ты, должно быть, шутишь. Иви, они злы и готовы драться с висельниками. Это наш шанс. Держись, Лондон. Грачи идут. Клятый город, никто не смотрит по сторонам. Да, я тоже заметил. Чертов друт, так я его не закончу. Лишь Богу известно, где теперь все эти страницы. Что ж, напишу все заново. Захотите послушать историю другую, ищите меня там, где кипят страсти и подают теплый эль. Удачи! Он какой-то чудной. Это Чарльз Диккенс, мистер Фрай. Он знает в этом городе всех и каждого. На вашем месте я бы постарался не терять его из виду. Тут банда Кейлока. Надо как-то избавиться от них. Не проблема. Вот. Стрелять умеете? Сейчас выясним. Мой экипаж рядом. Так вы сможете сбросить хвост. Увидимся в моей лавке. Увести их от Грина. А вот и проблемы. Их экипажи легко повредить. Кейлок, пожалей. Хорошо.
ушли! Вернемся к мистеру Грину. Есть, капитан. Как ты упрям. И поэтому возглавлю братство, когда все закончится. Джордж никогда бы так не сделал. То, что осталось открыто, при тебе умрет навсегда. Любишь ты меня, сестренка. Надеюсь, Грин вернулся без приключений. Ты что, уже соскучилась по нему? А что мы будем делать, если нашего главного информатора убьют? Старика найти нетрудно. Развернем карету и поедем его искать. Хорошо, что командую я. Ну давай. Уйти удалось? Это еще мягко сказано. Кто они такие? С годами мне удалось установить полезные связи по всему городу. Прекрасно. Тогда мы объединимся. Объединимся? Мы захватим банды Старика и ослабим его. Ты мелко мыслишь. У него под контролем все сферы общества, нужно сравняться с ним. А, я тебя понял, Иви. Нам нужны грачи. Ты это серьезно? Банда грачи? Кажется, у меня тоже появилась идея. Полиция должна закрывать глаза на наши дела. Там у меня есть союзник, сержант Аберлайн. Говорят, он мастер перевоплощения. Далее. Дети. Дети? Беспризорники. Они просто отличные шпионы. Клара Оди. Да, она очень умна. И еще. Постарайтесь не забыть. Старик не работает один. Все районы в руках его людей. Вы их увидите, я уверен. Рексфорд Кейлок. Известен тем, что может исчезнуть у вас на глазах. Нужно, чтобы он исчез навсегда? Полагаю. Секунду. Тамплиер, он будет вам интересен. Осторожнее. Будет сложно. Да не волнуйся ты за меня, Генри. С парой бандитов я слажу. И каков план, о великий стратег? Ну, это ты фонтанируешь идеями. Банды, драки, костюмы. Вот и давай, веди нас. Ну, как скажешь. Аберлайн не пришел. Что ж, досадно.
Я знаю кое-что про прекрасного джентльмена, которого вы ищете. Вы кто? Бога ради! Вы хотите раскрыть меня? Что? Сержант Аберлайн, к вашим услугам. Полагаю, вы те самые близнецы Фрай. Между тем, я ожидал увидеть полисмена. А я ожидал от вас благоразумия. Генри сказал, вы поможете нам остаться в тени. Договоримся так. Я дам вам имена членов банд, а вы доставите их мне. И тихо. Да, тихо, словно старая дева. Старая дева с усами, похожая на полисмена. Раздавлю, как насекомое. Двигай отсюда, и то я подвину. Успокойся, как оторву тебе кишки. А не пойти ли тебе куда подальше, а? Ясно?
Моя. Молодец.
Вот хорошо. Самое место за решеткой. Спасибо. Сколько еще ящиков нам осталось? Около дюжины, сэр. Замечательно. Скоро все висельники будут вооружены до зубов. Полиции не видно. Отлично. Грузите динамит. Осторожно! Здесь чужак! He's hiding from someone, that's for sure. Ты где-то не там свернул, малыш. Good at hiding, is he, fellow? That one? That's your criminal element, that is.
Шевелись. Вперед. Видимо, он из лохачей. То, что надо. Видимо, он из ловкачей. То, что надо. Наниматель заинтригован, мистер Фрай. О, да, мечтаю с ним встретиться. Но пока сойдешь и ты. Как знаете. Пойдем за
все убавилось. Где это мы? Наконец-то мы встретились. Вавилонский переулок. Здесь мы обучаем детей премудростям улиц. Они получают возможность взять собственную судьбу в свои руки. Клара, мистер Грин сказал, мы можем помочь друг другу. В обмен на помощь мы попросим о небольшой услуге. Почему бы и нет? Вы забрали у меня почти все деньги. Можно и об услуге попросить. В городе есть несколько заводов, на которых дети – основная рабочая сила. Эти бедняги часами вкалывают за гроши. Многим вообще не разрешают выходить с завода. Их жизнь ужасна. Вы спасете их? Небольшая услуга? За это мы поделимся информацией. Думаю, она вам понадобится. Эй, подожди-ка! Я спешу навстречу. Ну что, вы согласны? По рукам. Приятно иметь с вами дело. Thank you.
А, вот и вы. Между нами и Уайтчепелом лишь один негодяй. Кейлок будет сопротивляться, и банды выйдут на улицы. Ну-ну. Вот. Уверен, ты лучше справишься с этой штукой. А это что такое? Подарок на Рождество? Собирай людей. Рексфорд Кейлок согласен на ваши условия и ждет вас на станции Уайтчепел. Он ставит на кон свой поезд. Где Кейлок? Неважно. Вперед! Кажется, сломано. Ну, зато теперь у нас есть поезд. Не так уж и плохо. Кейлока больше нет. Теперь Уайтчепел не принадлежит висельникам. У вас есть шанс вступить в наши ряды. Кто против Старика и его прихвостней? Наш друг. Добро пожаловать!
Ах ты мерзавец! Я лучше на рельсы лягу, чем буду гонять Берту ради этого ушлого кретина. Кейлока? Он нас покинул. О, здравствуйте, щеголи. Кто это у нас я тут? Иви Фрай. Это мой брат, Джейкоб Фрай. Понятно. Я Агнес Макбин. Очарован. Думала, получу повышение. Да куда уж там. У нас найдется дело. Ха, да ладно, серьезно, что ли? И платить будете? Полагаю, не меньше прежнего. Ну что ж, в таком случае, Агнес и Берта, леди и ее локомотив. Мы обе к вашим услугам. Я буду в том вагоне. Убежище в поезде. Великолепная идея. Ну, все неплохо сложилось. Думаю, теперь мы можем приступить. Джейкоб, это важно. Сперва мне нужно починить эту штуку. Полагаю, я знаю, кто нам поможет. Я не сомневался в тебе, Генри.